Тысячи жителей Новосибирска в феврале получили квитанции за услуги ЖКХ с неожиданно высокой суммой за отопление. В некоторых случаях оно подорожало на несколько тысяч рублей. Возмущенные и не понимающие причин такого резкого роста тарифа горожане оборвали телефон жилищной инспекции. Сегодня глава жилинспекции области Евгений Пономарев провел пресс-конференцию. Он объяснил повышение тем, что в течение прошлого отопительного сезона средняя температура воздуха была ниже, чем в аналогичный период 2015 года. И, соответственно, количество фактически потребленной тепловой энергии жильцами многоквартирных домов оказалось больше, чем начисление по среднемесячному потреблению. При этом в жилищной инспекции подчеркивают, случаев, когда расходы на нагрев батареи завышались энергетиками намеренно, не было. И опровергают еще один слух о том, что население вынуждено больше платить из-за общедомовых расходов на тепло. Говорить о перетопе, как о неком умышленном действии СИБЭКа, я бы не стал без вот конкретных фактов, доказывающих, что по температурным параметрам на входе должно быть 70 градусов, а они загоняли 80. Управляющая компания с этим обязана была бороться. Следующий момент. Никакого ОДНа по отоплению не существует в принципе. В принципе, эта величина не числяется.